Всем еще раз здравствуйте, ребята. Сегодня мы будем запекать перец с куриным филе, грибочками. Давайте посмотрим, что, зачем мы делаем. Так, первое, что мы делаем? Первое у нас идет лук. Мы его почистили, порезали на кубики и отправили обжариваться до золотистого цвета. Как только лучок обжарится до золотистого цвета, мы будем добавлять наши грибочки. Пока что лук прятается. Все, ребятки, вот грибочки отправила в луку, пускай обжарится тоже до золотистой корочки. А сейчас я вам покажу, что мы делаем дальше. Так, ребята, как вы можете видеть, да, у меня два помидора. И я что сделала? Я очистила от шкурки. Я просто в горячую воду закинула эти помидорки и очистила от шкурки. Ну, так нужно по рецепту. Дальше мы просто их будем нарезать кубиками, большими кубиками желательно. И будем это все отправлять в нашу, ну, фаршу, можно так сказать, пока у нас жарятся грибочки с луком. Давайте будем нарезать. Все, ребята, смотрите, помидорчик я нарезала. Хотела еще уточнить такой момент, чтобы не было сока, лучше выжимать этот помидор, либо сердцевинку забирать с помидора. Вообще нежелательно, чтобы вот сердцевинка шла. Но я убрала воду лишнюю, не так уж и много тут, поэтому как-то так. Все, ребята, теперь все ингредиенты готовы. Посмотрите, вот помидорки 2 кубиком. Вот вам куриное филе тоже кубиками. Вот еще сыр. Нам понадобится обычный голландский сыр. Соль, перец, конечно. Вот перчик. И вот вам грибочки уже поджарили. Все. Теперь все постепенно будем добавлять к нашей филешечке. Давайте смотреть. Итак, ребята, все. Самое первое, это я постелила. Я покажу вам первый перчик, который... Просто мы с вами вместе приготовим. Вот наш фарш. Сейчас мы к фаршу будем добавлять просто грибочки, которые мы пожарили. Вот те самые грибочки. Добавляем, не боимся. Ой. Вот так грибочки все добавляем. Добавляем, мы хорошо их обжарили. Я люблю грибочки. Вот. Первая начинка готова у нас, да? Дальше. Берем наши помидорки. Вот они. Вот. Все, достаточно. Дальше. Вот, горячая даже. Теперь берем, открываем наш сыр. Ой, надо ножичек. Ножичек. Я даже не знаю, что надо. Я потеряла где-то блюдо. Кстати, параллельно у меня там остались 4 грибочка. Я их просто запеку, чтобы они были. Теперь берем. Нам пол сыра понадобится сверху. Пол сыра сюда. Все, достаточно. Дальше. Соль. То, как у нас сыр соленый. Так, у меня новый перец я купила, не знаю. Упакованный, да. Сейчас откроем с вами вместе тут. Все. Сейчас. Так, ё-моё. Ну и система, конечно. Либо так, либо так. Все, я думаю, вам видно. Перцы я не жи... Давай. Короче, смотрите, что происходит. Все. Теперь берем лопаточку нашу и начинаем перемешивать фарш, сырок, грибочки. Боже, вы не представляете, какая это просто классная начинка. Ой, походу перца переборщила, но ничего страшного. У меня так всегда, то ли соль, то ли перец, что-то я должна переборщить. Пахнет уже реально начинкой. Все, перемешали. Дальше берем майонез. Вот, провансаль у нас майонез. В микс-маркете покупали. Берем тоже, добавляем, когда уже все перемешали. Думаю, достаточно будет сейчас. Опа. Все надо перемешать. Хотя нет. Понадобится еще. Сейчас.
еще капельку можно сейчас хорошенько перемешать. Вообще можно со сливками, вообще делают со сметаной. Кто делает со сметаной, кто с майонезом делает, кто делает со сливками. Со сливками довольно неплохо еще получается. Сметаны не пробовала, но знаешь, со сливками реально вкусно. С майонезом даже тоже очень сильно прикольно, вкус, очень сильно прикольный вкус. Короче, вкуснотища получается на самом деле. Вот, смотрите, фарш надо у меня готовый. Боже, как пахнет, как будто уже готовое блюдо. Все, у меня все готово, смотрите. А сыр в конце понадобится. Теперь мы берем, смотрите, я взяла один целый перец. Вот, да, разрезала его. Вырезала вот квадратиком такую часть. Вот это нам для украшения понадобится. Эту часть я вырезала так ножичком туда-сюда, прошлась. Все, убрала все внутри, внутренности убрала. Теперь беру, да, давайте возьмем такой красивенький перчик вот перед вами. Вот, я выложу один, а дальше я буду выставлять это все, выкладывать, точнее, на противень. Ну, сейчас я вам покажу. Просто берем ложечкой вот так. Вот так, смотрите, какая красота получается сейчас. Хочу запачкать, хочу красиво что сделать. Это просто безумно очень вкусно. Сейчас летом довольно популярно это блюдо, может кто-то видел, знает. И сейчас часто его смотрю, все готовят, поэтому я решила тоже приготовить. Вот, смотрите, у нас начинка готова. Очень прикольно, оригинально получается. А еще, когда уже будет, когда уже перец запечется в конце, перед тем, как он будет, уже подходить, все, его будет доставать. 10 минут там остается, мы будем добавлять в конце сыр. Но я вам все покажу. Ну, короче, суть вы поняли. Вот так каждый перчик начиняем. Вот, смотрите. Начиняем вот так. Прям не боимся. Вот туда. Кладем и все это ставим на противень на 180 градусов на 45-50 минут. Перед тем, как они будут у нас запекаться, я вам покажу, когда уже просто они будут уже практически готовые. Я включусь и покажу, что мы сыр выкладываем. И когда будут готовы, достанут, покажем. Короче, включимся. Все, ребята, смотрите, какая красота у нас получилась. Хоть я, кстати, много фарша использовала, мне нужно было его по-любому куда-то деть, поэтому получилось так. Я хотела рядом грибы поставить, но понимаю, что грибы у меня не помещаются вообще никак. Поэтому вот, начиночка, перец отправляем на 45-50 минут в духовочку, проверяем. Берем шпажку, проверяем внутри. Я думаю, вполне оно запечется. За 45-50 минут точно будет готово. И в конце будем добавлять сыр. Все, отправляем в духовку. Все, смотрите, у нас уже практически готовые перчики. У меня прошло 30 минут. Сейчас я буду сырок посыпать на каждый перчик. И все, 10 минут пройдут, и будут готовы наши перчики. Вуаля! Включимся еще раз. Так, показываю. Я взяла на Алане ножичек. Ножичек неудачный, как обычно, взяла. Ножик плохой, блин. Он не для этого призначен. Вот, смотрите. Сейчас вам начинка будет видно. Смотрите. Видно? Отлично, аппетит. Да, сыр берете с мяском. Вот. Я неправильно взяла, короче, а не пробуй. Но я уверена, что это вкусно очень. Я ножик взяла плохой, поэтому. Угу. Скажи вообще, слюнки типа. Ну, что пропитано соком перца. Да, сок это еще очень выделяется. Вкусно. Очень вкусно. Готовьте, ребята. Правда вкусно. Все, ребятки. Наш перец готов. Посмотрите, как я запекла. Вообще, я сейчас я даже достала один перчик, попробовала, просто нереально вкусно. Сырок так, знаете, расплавливается, как в пицце. Мясо, помидорчик, грибочки. Это просто невероятный вкус. Советую готовить, попробуйте. В летний пик пока акции на перец, потому что реально перец обычно как? Ну, летом дешево. Поэтому берете перец, разрезаете, готовите вот такую начиночку, запекаете. Вуаля, вкусно. Всем советую, всем пока.